Весь мир — это ковер для борьбы, и ты должен быть на нем лучшим. Yeah.
Уважаемые дамы и господа, по техническим причинам церемония открытия задерживается на 15 минут. Первое поражение не делает слабее. Первый успех не гарантирует будущих побед. Первая победа – это лишь шаг в будущее. Если тебе скажут, что мечты не сбываются, не верь. Они сбываются, если за них бороться. Не останавливайся. Иди вперед и борись. Весь мир – это ковер для борьбы, и ты должен быть на нем лучшим. Thank you.
Thank you.
поражение не делает слабее. Первый успех не гарантирует будущих побед. Первая победа – это лишь шаг в будущее. Если тебе скажут, что мечты не сбываются, не верь. Они сбываются, если за них бороться. Не останавливайся. Иди вперед и борись. Весь мир – это ковер для борьбы, и ты должен быть на нем лучшим. Всем командам участницам приготовиться. До начала мероприятия 1 минута.
господа, мы приветствуем вас здесь, в городе Героя Минске, в зале борцовской славы во дворце борьбы имени Александра Медведя на международном турнире Белому Стихим Women's Cup. Dear ladies and gentlemen, we are glad to greet you here in Minsk, Republic of Belarus, on the International Wrestling Women Belarus Team Cup. Для торжественного открытия соревнований приглашаются председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Белому Стихим Андрей Алексеевич Рыбаков, генеральный директор Республиканского центра олимпийской подготовки стайки Сергей Васильевич Хомяков. Председатель общественного объединения Белорусской Федерации борьбы Алим Максимович Селимов. Представляется председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» Андрею Алексеевичу Рыбакову. Уважаемые друзья, я рад всех приветствовать сегодня здесь, в этом зале. С 2017 года концерн «Белнефтехим» входит в попечительский совет. И 25 лет в этом году мы будем праздновать. Именно поэтому мы очень рады сегодня большим составом аппарата концерна присутствовать на этих соревнованиях. И хочется пожелать всем участникам, ну, во-первых, добиться тех результатов, которые вы перед собой ставите, сделать шаг еще на одну ступеньку. Ну, а всем, кто сегодня пришел поболеть, пришел поучаствовать, хорошего настроения, прекрасных эмоций. Спасибо вам всем большое. Ну, добрый путь. Председатель общественного объединения Белорусской Федерации, генеральный директор Республиканского центра олимпийской подготовки стайки Сергей Васильевич Хомяков. Спасибо. Добрый день всем. Очень приятно видеть вас в этом зале. Вы видите, что то, что обещала Федерация, то, что обещал Министерство спорта и наш центр, расширять географию борьбы, в том числе и борьбы женской, повышать качество проведения турниров сегодня наяву, вы можете оценить. Это действительно большой шаг вперед, за что огромное спасибо и Федерации, и всем нашим партнерам. Вот. Я хочу пожелать вам красивой, яркой борьбы, удачи, самое, наверное, главное на сегодняшний день – здоровья, берегите его. Вот. Пусть Бог оберегает вас и помогает достичь самых-самых высоких результатов. И также здоровье вашим тренерам. Они делают очень большую и необходимую для вашего развития работу. Цените их, уважайте, любите, никогда не подводите. Всего самого хорошего. Спасибо. Председатель общественного объединения Белорусской Федерации борьбы Алим Максимович Селимов. Добрый день, уважаемые друзья, спортсмены, тренеры, наши партнеры. Я очень рад вас приветствовать сегодня здесь, в этом замечательном дворце имени нашего легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Что хочу сказать? Первое, я хочу поприветствовать наших гостей, которые приехали с зарубежа, и пожелать нашим спортсменам, в первую очередь, показать все то, над чем вы работаете каждый день, ежедневно, усердно, и здесь покажите, проявите себя. Желаю вам, чтобы у вас все сегодня получилось. А тем, кто проиграл, не вешать нос, впереди очень большие победы, усердие, стремление вам, и только вперед. И, пользуясь случаем, конечно же, хочу поблагодарить наших партнеров, которые нам оказывать огромную поддержку в проведении, в популяризации, в развитии нашего вида спорта. Спасибо вам огромное всем. Всем здоровья, удачи. Покажите сегодня яркую, зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Удачи всем. Внимание!
равнение на пар. Гимн исполняет экс-креативный директор футбольного клуба «Динамо Брест», директор компании «Sport Dragon» Дмитрий Радусов. Thank you.
В этой встрече чисто техническую победу одержала Мелисса Сучко, Казахстан. Мы видим, идет упорный поединок, счет 0-0. Сейчас будет сделан бросок белорусской спортсменки, оценивается 4 балла и победа на душе. И первый очко спортивной команды Гродненской области приносит Ангелина Буркина. Андрей, обращается спортсменки весовой категории
46 килограмм. Ксения Костевич, Гродно. Алия Даулет, Казахстан. Арбитр на горе судья международной категории Александр Радушняк. Thank you.
одержала Алия Дауле Казахстан. Сергей Григорьевич Карадюк, который стоял у истоков развития женской вольной борьбы. Давайте его поприветствуем. Пожелаем ему крепкого здоровья, успеха.
вперед выходит спортсменка с Казахстана. И наращивает свое преимущество. Давайте мы будем поддерживать нашу спортсменку. Еще время
Уважаемые зрители, давайте еще представлю Баграм Гайкович Аганесян, который очень много сделал для развития этих турниров. Он является старшим тренером Республики Беларусь среди девушек этого возраста. Далее обращаются спортсменки весовой категории 65 килограмм. Ульяна Лопаник, Гродно. Арина Исмаилова, Казахстан. На данный момент счет командной борьбы 3-4 в пользу команды Казахстана. Это решающая схватка, которая может повлиять на командную борьбу за бронзовую медаль. Сейчас здесь на судьи разберут данный момент этого поединка и определим, кто заработал балл. В этой схватке ведет спортсменка Ульяна Лопани. Счет минимальный 1-0.
это заведено в спортсменки и продолжаем второй период. И приглашаем
оспаривающие кубок. Две белорусские команды, представляющие команды регионы города Минска и Могилевской области. И на ковер приглашаются спортсменки весовой категории 40 килограмм. Нурана Асатлибис, Элла Суцко, Могилевская область. Арбитр на ковре, судья международной категории Сергей Пилецкий, Гомель. Thank you.
Дмитрий, осталось только подключить Дмитрико. Взять 2 балла, и было бы чисто техническая победа. Вновь спортсменка с Минска. Стоит и оказывает сопротивление. Но нет, и 2 балла. Ты чисто техническую победу одержала Элла Суцко. И выводит команду Могилевской области. В весовой категории 43 килограмма ввиду болезней участницы города Минска победа присуждается Анны Сорокина, Могилевская область. Thank you.
Синий трикот Екатерина Дмитриевич представляет тоже училище образцовое Могилевской области.
балл борцу «Синий трикот». Красный вышла за колено.
Уважаемые зрители, нашим спортсменкам Беларуси есть на кого равняться, гордиться. Это бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ванесса Холодинская. Серебряный призер Ирина Курочкина. Все спортсменки представляют команду Могилевской области. И юные девочки стремятся показать результат. Уважаемые зрители, давайте еще поприветствуем заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, победительница двух европейских игр Василиса Марзалюк. А на ковер приглашаются спортсменки весовой категории 53 килограмма. В красном трико Диана Талака, Минск. В синем трико Марта Гетмана, Могилевская спортсменка Могилева сразу без разведки начинает атаку и повела в счете. Бросок оценит 4 балла. Счет команды борьбы 0-5. И чтобы сравнять командную борьбу городу Минску, нужно одерживать чистые победы. Не только по баллам, а ложить соперниц на лопатки. Сейчас мы думаем, они настроятся и дадут бой Могилевской области. Итак, ждем встречу на ковре. 57 килограмм. Итак, встречаем в красном трико Алиса Шушко и Алиса Гетманова. Синяя трико. Thank you.
останавливается и идет к своей победе. Так, и счет 0-8 в пользу Алисы Гетмановой, представляющей Могилевскую область. Алиса Лучко должна дать честно настоящий бой и каскад приема, который мы ждем. В этой весовой категории на возрастах Ирина Клучкина выступала 57 килограммов и стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Внимательно за поединками следят представители города Бобруйска, чемпион Советского Союза, мастер спорта Советского Союза. Yeah.
Мария Макарченко, Могилевская область. Thank you.
Костромская
Thank you.
получили 2 балла. И дополнительно за кубик дается балл. И счет 3-0. Ведет Однопирская. Thank you.
одержала Анна Пирская, которая поддерживает спортивную династию Пирских. На ковре пройдет заключительный поединок в тяжелой весовой категории среди девушек до 73 килограмм.
переживая поражение, не делает слабее. Первый успех не гарантирует будущих побед. Первая победа – это лишь шаг в будущее. Если тебе скажут, что мечты не сбываются, не верь. Они сбываются, если за них бороться. Не останавливайся. Иди вперед и борись. Весь мир – это ковер для борьбы, и ты должен быть на нем лучшим. Thank you.
команда Могилевской области. И для награждения
Алима Максимовича Селимова. Thank you.
Первое поражение не делает слабее. Первое поражение не делает слабее. Первый успех не гарантирует будущих побед. Первая победа – это лишь шаг в будущее. Если тебе скажут, что мечты не сбываются, не верь. Они сбываются, если за них бороться. Не останавливайся. Иди вперед и борись. Весь мир – это ковер для борьбы, и ты должен быть на нем лучшим.